Итак, это известное вступление из группы Iron Maiden. Постараемся выучить его. Здесь мы будем использовать струны третью, вторую и первую. Вот. Струны четвертую, пятую, шестую использовать здесь не будем. Итак, начнем с третьей струны. Это будет указательный палец. И третья струна у нас будет на девятом ладу. К ней мы подъедем, сделаем слайд. Можно не издалека, вот где-то лада с пятого. До девятого лада. Итак, это третья струна на девятом ладу указательным пальцем. Далее еще раз ударяем эту струну на этом ладу. Далее будет эта же струна 11 лад, 12 лад, третья струна. Еще разок. Далее вторая на 10, третья на 12, третья на 11, третья на 12. Вот это место. Далее с мизинца, третья струна, 12 лад, мы прыгаем на 7 лад указательным пальцем, третья струна. Еще раз дергаем его, 7 лад. Далее 9 лад. Далее 2 на 7, на 8, еще разок. Еще разок, 3, 7, 9, 2, 7, 8. Далее легато. Это вторая струна легато, значит, с 7 на 8 и опять на 7. Дернули на 7, вторым пальцем левой руки ударили по 8 ладу, отпустили, оставив вторую струну на 7 ладу. Потом третья на 9, третья на 7. И делаем слайд третьей струне на девятом ладу. Еще разок до этого места. Итак, две фразочки мы повторяем два раза. Первая фразочка. Вторая. Опять первая, повторяем. Вторая. Когда мы вторую закончили на 7 ладу, третью струну, делаем слайд уже к 12 ладу на третьей струне. И опять играем с 12 лада третьей струны. Далее 14 лад, 15. Вторая на 13. Третья на 15. На 14. На 15 и прыгаем на 10 лад. Все, третья струна. Еще раз 10 лад, третья струна. Третья, 12, 13. Ой, еще разок. Третья, 12. И 10, 2. Еще разок отсюда. Далее вторая струна, 11 лад. Легато. С 10 на 11 опять на 10. По второй струне. Значит, дернули на 10, вторым пальцем ударили по 11 ладу, вторую струну отцепили, она оказалась опять на 10. Потом 3 на 12, на 10, на 12. Еще разок это место. Отсюда опять указатель не ставим. 3 на 12, на 14, на 15. Еще разок. Еще разок эту фразу. 13 лад, 3 струна. Ой, 12 лад, 3 струна. 14 лад, 15. 2 на 13. 3 опять на 15. На 14. На 15. И на 17. Еще разок это место. И вибрато. И возвращаемся. Вот это будет. Заканчиваем мы этой фразой. Значит, 3 на 10, на 12, 2 на 10,
Хирург 3, 10, 12, 2, 10, 11. Легато с 10 на 11 и на 10. 3 на 12. 2 на 10. И 3 на 9. Браты. Итак, все вместе полностью, значит, я сыграю медленно.